каждый прошел этот путь. Какова их судьба? Здравия, друзья! Живые или находящиеся в живых, как правильно сказать? И будет ли одинаковым смысл от этих разных двух выражений? Давайте разбираться вместе. Буржуйская Вики не дает информации ни на тот, ни на другой запрос. Молчит впрямую. Молчит наука. А мне представляется совсем простая штука, что эти обе фразы имеют одинаковое значение. Но вот не все со мной согласны, как оказалось. После крайнего ролика мнения по этому поводу разделились. Одни утверждали, что надо говорить «находясь в живых», другие же просто радовались и приравнивали эти два выражения. А может, это просто синдром примитивно-консервативного усложнения? По моему мнению, правы и те, и другие, так как прочитать можно и так, и так. А потом прочтите эту волшебную фразу наоборот. Было еще одно мнение, что признание кем-то одним не является абсолютным признанием. Существует одно такое правило. Правило Эстопеля. Если сказать вкратце, то оно гласит, что суть принципа Эстопель в том, что никто не может противоречить собственной предыдущей позиции. То есть, если кто-то сказал, что ты живой, то уже ему нельзя будет говорить, что он пошутил, передумал или еще как-нибудь отнекиваться. Если судья или полицейский в протоколе указывает, что вы живой мужчина или живая женщина, то они не могут потом уже сказать иначе, по-другому как-то. Следовательно, они уже признали вас живым или живой. А еще туда же воспитывать. Еще бывают, пишут в ответах, человек такой-то или такая-то. Значит, они уже признали вас человеком и не могут уже отнекаться в будущем. Соответственно, все дальнейшие взаимодействия они должны совершать именно с тем, кого указали в своих документах. Напишите в комментах еще какие-нибудь способы.